всем парням нравится, мне кажется, трезит. Всем парням нравится, когда у них трется голая женщина там своим пирогом, блядь, около себе, около твоего лица там мелькает. Тележкой бабит, но как бы этот запах, это все тебя возбуждает и привлекает. Но я не такой. Об меня терлись. Терлись даже несколько раз, даже не по моей воле. Никогда ты по детству. Я просто по детству не говорю. Вот от него тебе тележкой пахнет. Вот. Первый раз, когда я увидел этот стриптиз, ну, я реально, я не понял. Я не понял, что может быть привлекательно в том, что девушка как бы танцует. В клубах мы видим каждый день девушек, они все танцуют. Почему я должен платить ей, блядь, косарь ложить в трусы? Я могу на этот же косарь прийти в другой, любой, другой... В любой, другой клуб. Он платит, да, если не нравится. И купить трусы. Я могу купить, мелочи. Блядь, на этот косарь несколько виски-колы. И эта девушка уедет со мной. Когда ты даешь девушке стриптизерше этот косарь, она подумает, что ты, блядь, дурак, я за косарь с тобой вообще, блядь, никуда не пойду, потому что ты дал мне... Почему ты на меня так смотришь? Ну, можно... Потому что ты за косарь и никуда не пойдешь. Не, ну Ваня как бы пойдет со мной даже... За два яра. Ну, кстати говоря, моя цена 2 яра. Если кто-то не помнит. Не пизди. Моя стоимость 2 яна. Это оговоренная стоимость еще месяц назад была. Я тебе купил, но просто позвать попить пиво. Не нужно. Я не настолько ужасный. А можно сигаретку, пожалуйста, Саша? Плохая шутка. Окей. Так, мы говорили про то, что я необычный парень. Первая вещь, которая мне нравится, это стриптиз. Она и не возбуждает. Реально, вот как бы там ни было, я не вижу ничего такого в этом стриптизе. Вторая вещь, которая... Я не понимаю, почему. Я вроде как бы не пидор. У меня даже секс был один раз. Ну, может, даже два, может, даже и больше. Я даже с девушкой встречал. Даже не с одной. Так вот, дело просто в том, что меня не почему-то не возбуждает минет. Вот правда. Может быть, всем это кажется, как бы, блядь, типа, что ты долбоёб? Это надо говорить шутки, я не умею так. Ну, блядь, мы в следующем тише, блядь, все время про спайс. Шутка любая, где начинается человек и спайс, она должна быть, блядь, смешна для меня и для тебя. Но, блядь, вот смотрите, Акимов Спайс. Губи Спайс. Акимов Спайс, отмели 2 человека. Блядь, эти шутки интересны только нам. Можем сказать, блядь, допустим, Гонзер Соли. Блядь, Шамрай... На свай, ну возможно. Рифма, кстати. Я, на самом деле, Даже смотрите, вот моё состояние настолько хуёво, что даже на моём фоне ставят музыку, потому что, типа, блядь, ну просто люди наслаждаются музыкой, пока говорится.